Первыми по традиции возлагают цветы к мемориальной доске родные и близкие погибших темиртаусов. Всего во время афганской войны погибли 9 жителей города. Почтить их память сегодня пришли все, кто не только лично знал погибших героев, но и сам принимал непосредственное участие в боевых действиях. Дорогие мои братья однополчане, как говорится, с вами прошел путь в Афганистане, с вами служил там, по одним дорогам ходил, в одних госпиталях с вами лежал. Александр Иштуваник – один из тех, кто прошел всю афганскую войну. Сейчас мужчина возглавляет общественное объединение ветеранов интернациональной войны. Говорит, день вывода войск из Афганистана – праздник, который призван объединить ветеранов. У нас должен быть свой день победы. И он действительно для нас, для ветеранов, этот день победы, этот день 15 февраля, он считается как день памяти, день нашей победы. Когда все ребята собираются хоть раз в год, но собирается весь город. Все ветераны встречаются, общаются, вспоминают свою боевую молодость, свое боевое прошлое. На сегодняшний день в Темиртау проживает 208 ветеранов войны в Афганистане, четверо из которых – инвалиды. Многие из них регулярно посещают учебные учреждения города, чтобы передать свой жизненный опыт подрастающему поколению. Она играет огромную роль при воспитании молодежи по военно-патриотическому духе, потом интернациональном духе, чтобы они, когда завтра пошли в армию, чтобы защищали свою землю, свою родину. По окончанию праздничного митинга ветераны афганской войны поехали в Караганду в мемориальный комплекс, чтобы уже там встретиться с участниками боевых действий со всей области. Искандер Байкенов, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.